Миллионы возможностей сегодня предоставляет людям всемирная паутина. Купля-продажа товаров, услуг, знакомства – все происходит быстро, не выходя из дома, не покидая удобного кресла. Этим и воспользовался предприимчивый злоумышленник. В социальной сети парень знакомился с пользователями, заводил виртуальные беседы как с мужчинами, так и с дамами. Сильному полу предлагал подобрать девушку для отдыха, слабому обещал хорошее вознаграждение за качественные услуги. После виртуального общения следовала реальная встреча. Цена вопроса – 600 гривен. Из этой суммы часть – жрицы любви, остальное – купидону-благодетелю. В процессе переписки они обговаривали условия, обменивались мобильными телефонами. Потом в Орджоникидзевском районе города Мариуполя назначали, сводник назначал встречу. Человек приходил на встречу, отдавал деньги. Сводник брал его, можно так сказать, за руку, вел в квартиру съемную, где в той квартире ждала уже девушка, которая была готова оказывать сексуальные услуги. Экономии ради для встречи предприниматель предоставлял собственную жилплощадь, правда, съемную. Ключ от квартиры никогда и никому не передавал. Приводил клиента на адрес, закрывал парочку на замок, а спустя некоторое время возвращался и выпускал обоих на свободу. Я думаю, это было связано с методами конспирации своей преступной деятельности. То есть, может быть, на условиях с девушками они не хотели никуда выезжать, то есть оказывали сексуальные услуги в определенном месте, они уже знали. То есть, допустим, если бы просто он их свел за денежное вознаграждение, девушки там должны были куда-то поехать, либо в сауну, либо на квартиру, а это небезопасно. И поэтому, может быть, на этих условиях, это были условия девушек. Во-вторых, то есть человеку тоже удобно, то есть он знает, кого он свел, когда свел и где это все происходит. Поставщик ночных бабочек, казалось бы, соблюдал все необходимые меры конспирации, но не смог предположить, что среди его друзей в социальных сетях в переписке есть оперативники. В настоящее время горе-пользователь изобличен, однако пояснять что-либо отказывается. До сих пор он не может поверить, что его продуманный план провалился с треском. Было открыто уголовное производство по статье 302, часть 1 Уголовного кодекса Украины «Сводничество для разврата». В ходе обыска по адресу проживания нашего фигуранта была изъята компьютерная техника, денежные средства, а также мобильные телефоны.